soundstripe. Я засниму этот исторический момент. Мы успели на рассвет на Олимпийскую обсерваторию. Ехали вчера на закат. Закат благополучно пропустили. Буквально, на самом деле, пропустили очень хорошо. А сегодня приехали сюда и фактически попали на... Ребята, приезжайте на закат, на рассвет. Давайте просто посмотрите вид на Лос-Анджелес. Сейчас пробежим на основе его покажу. Доброе утро еще раз. Мы поднимаемся от Гриффитской обсерватории в сторону буквы Голливуд по пока еще незнакомому трейлу. Я просто проложила Google Maps маршрут к Lake Hollywood Park, по-моему. Вот, посмотрим, что там. Вроде говорят, что там самый красивый вид на буквы Голливуд. Еще не знаю, сейчас проверим. Вот, дорога, наверное, такая не близкая, предстоит где-то час, наверное, пешечком. Сейчас мы поднимаемся вверх, видно, так вот, и еще нам идти. Поэтому буду периодически держать вас в курсе, как у нас в делах. Итак, мы все продолжаем идти по Голливудским холмам. Мне кажется, что мы где-то намотали какой-то очень большой крюк, потому что мы уже здесь бродим часа, ну, два. Точно. Вот, зато... Смотрите, как красиво сзади. Мы направляемся сейчас к буквам Голливуд. И на Best Viewpoint Lake Hollywood Park. Посмотрим, что там. Вот. Идти нам еще минут 40, наверное. Но... Я думаю, оно того стоит. Сейчас посмотрим. А еще по дороге мы встретили очень классного дедушку. Ему 95 лет. В этом году ему будет 96 лет. Представляете? И он ходит каждое утро хайкинг уже 20 лет на Голливудские холмы. Встает в 5 утра, идет в зал, плавает, а потом идет хайкинг. Это просто невероятно. И причем он совсем здраво размышляет, он рассказывает какие-то истории. И... Он все понимает, он нормально изъясняет свою мысль. Это просто восхитительно. Я восхищаюсь этими людьми здесь. Правда. Итак, практически через 3 часа нашего похода по Голливудским холмам мы все-таки добрались до буквы Голливуд. И это того стоило, правда. Это, наверное, самый близкий viewpoint к буквам, который можно найти, потому что ближе, наверное, только, ну, вот с задней стороны на них посмотришь. Но, блин, 3 часа, это тяжело, конечно, ребята. Так что я советую, если вы будете все-таки собираться сюда подниматься рано утром, где-то часиков в 7, потому что сейчас уже очень жарко.
Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe.